Уважаемые пользователи и подписчики, сегодня 26 марта мы продолжаем делать нашу скамейку. Обработали вот эти ножки, на которые будут вставать основные эти опорные ножки. И сейчас будем выпиливать нашу распорку, которая будет находиться вот здесь. Вот здесь мы сделали разметку. Вот эти вот части будут выходить, вот здесь мы сделаем паз, но это уже будет в следующих видео. Здесь просверлим отверстие и сделаем клиновую натяжку. Ну а сейчас мы выпилим, собственно, эту распорку. Берем лобзик
Ну вот и выпилили нашу распорку. В дальнейшем мы все это отшлифуем. Ну и, конечно, будет фрезерование по всей вот этой части. Ну, кроме вот этой, естественно. К этой части будет прилегать верхняя часть, на которой сидит человек. Вот можно примерно представить, как все это будет выглядеть. Распорка будет находиться вот по центру. Эти части будут выходить за границу ножек и будет сделано клиновое соединение. Внутренняя ширина у нее 37 сантиметров. Ну, на этом мы заканчиваем это видео.